Полинка, ну шо, как помидорки наши? Надо проверить. О, ребята, посмотрите. Укроп, ждем семена. Казалось бы, да, в обычном вазоне. Я даже не думала, кинула семена. И вот мы с Полинкой подливаем воды все время, потому что солнце, засуха. В общем, и посмотрите, с двух кустов, вот, сколько помидор. Красавчики. И вот семена ждем. Это укропчик. Кстати, он такой вымахал, отличный. Эти семена я засушу потом, и на следующий год мы посадим вместе с Полиночкой. А помидорки не в руку, красавчики. Вот. А здесь что? Вот это у нас Энджел. Да, Мнюньки? Мнюньки? Ты хороший? Ты пошел на травку? А вот еще помидорки, ребята. В общем, я все... Понасыпала и укропчик. И вот здесь что у нас? И тут я посадила помидорки тоже вот. В общем, слава богу. Все растет. Вот еще помидорки. Красота. Травку я постригла на тракторе. В общем, порядок, чистота. Полина Ивановна. Идем проверим перчик на балконе. В огород я не иду, потому что пока не хочу. О, Полинка, ты поешь? Гоп, гай, гоп. Ребята, вот перчик. А вот это мы с Полиной посадили манго косточкой, уже деревце. А вот еще перчик, смотрите какой. Засунула семя. Иди, Полиночка, сейчас мы покажем. Посмотрите. Засунула семя. И все в цветочках. Вот перчики. Посадила по соседству к пальме. Вот наша Полинка. Она любит по балкону гулять. Идем, Полиночка. Идем, моя девочка. Посмотрим дальше, что у нас. Вот наша Элис. Моя хорошая девочка. А вот наш Моня. Хороший мальчик. А мы идем посмотрим. Ребята, вы не поверите. Вот это. Киви. Представляете, семечко посадила. И посмотрите на этот куст. Это киви, он огромный. Пол роста человека так растет. Вообще. Бомбезно. Так. Вот это укроп. И вы не поверите, ребята, это с косточки граната. Вот у меня выросло такой куст. Не маленький. Он уже нормально. И тут тоже помидорки. А по соседству вот еще киви семечко проросло. Представляете? Казалось бы, такая маленькая семечка. И куст огромный. Вот он. Вот. Огромный куст. Вот так вот, ребята. Так что киви можно посадить. Там мой огород. Там у меня очень много смородины, но я туда сегодня не иду, меня ломает. У меня еще куча других дел. А вот это я прорастила
мандаринки. И тоже вот такие деревца. Так что, ребята, надо любить природу, уважать ее. И воздастся вам старицею. Где моя Полиночка? Вот как она гуляет. Королевишна по балкону. Да, Полинка? Как, Полинка, хорошо гуляла? А, Пупонька, расскажи, как ты гуляла? Хорошо? Ты была воспитана, хорошее поведение. Да, Полинка? Ну, давай, звезда. Скажи, как дела? Хорошо? А, Полиненька? Что-то ты молчишь сегодня? А, ну, Пупа? А, Пупа? Что, Пупа? Идем или гулять еще? Видишь, на руку она не идет. Идем, Пупонька. Не? Не, она не хочет. Она хочет гулять. Так что у нее полная свобода действий, ребята. В общем, у нас жарко. Но красота. Вот. Посмотрите, горы. И лес. Какая красота. Дорогого стоит, ребята. Так что дарю вам. Дарю вам горы. Дарю вам лес. И как всегда, миру мир на планете Земля. И с вами были ваши друзья. Энджел, Полина Ивановна, Мойшик и наша Элис. Наша девочка хорошая, она уже старенькая. Я ее спасала 2 раза от рака. Вот, но годы берут свое, мы ее очень любим. Она наша любимица. Она уже постарела. Вот, пусть она будет здорова. Так что люблю вас, ребята. Всем хорошего дня. И с вами была, как всегда, ваша неугомонная Ханочка Саночка. Всем пока-пока.